Пеле – единственный футболист в истории, три раза становившийся чемпионом мира, несмотря ни на что. Я всегда мечтал быть как Пеле, но и стеснялся об этом говорить. Когда я узнал о том, что у меня диабет, я подумал, что все. Какой из меня Пеле, если у меня сахар? Но я оказался в команде сладкоежек. Там я познакомился с Тимуром. Он сам диабетик и тренирует ребят с диабетом. Было трудно. Я быстро уставал и требовалось беспрерывное наблюдение за состоянием. В моем состоянии нужен особый подход, и важно постоянно тренироваться. Это было сложно, и в какой-то момент казалось, что я все брошу. Так бы и случилось, если бы не мама, тренер и врачи, которые всегда рядом. Они делают все, чтобы я тренировался и продолжал идти к своей мечте. Пеле смог стать легендой, несмотря на диабет. Смогу и я. Увидела в системе результаты анализов. Продолжай тренироваться. Thank you.